Это Джек. Ему 6 лет. Он живет в приюте города Химки Малом. И ждет своего хозяина там уже 3 года. Джека нашли на улице Химок представители службы отлова. Волонтер Ксения говорит, что, судя по манерам, когда-то у него был дом. Но теперь он, как и остальные 600 обитателей малого химкинского приюта, мечтает вновь обрести заботливого хозяина. На этот раз благотворительная выставка собак и кошек прошла под крышей культурно-спортивного центра «Мечта». Кошки на ней в меньшинстве. На выставке было около 40 собак и щенков. И порядка 30 кошек. Вот на данный момент нам удалось уже пристроить в хорошие, добрые ручки 8 собачек и 5 кошечек. Все участники выставки здоровы, привиты и стерилизованы. Это гарантируют представители приютов. В свою очередь, определенных гарантий потребуют они и от тех, кто решил забрать их подопечного домой. Все это отражено в договоре ответственного содержания. В договоре прописываются условия содержания собаки. При заключении договора, при передаче животного, мы обязательно приезжаем на собеседование. Мы смотрим условия, какие предоставлены будут собаки. Мы отслеживаем свою собаку по этому договору. То есть новый хозяин должен нам присылать фотографии, должен нас допускать на свою территорию в любой день, да, согласованный, чтобы мы проверяли, как наши питомцы живут. Мария привезла на выставку из кожуховского приюта 8-месячную Герду и Лео. Их у нас 7 было. Вот его сестренка недавно уехала в Германию, в семью. Сегодня забирают у нас самого Лео. И у нас еще есть 5 замечательных братьев, сестер Лео. Следующая благотворительная выставка собак и кошек пройдет в Одинцово только весной. Но для того, чтобы найти себе верного друга, не обязательно дожидаться ее проведения. Заботливых хозяев, подопечные приютов для животных ждут каждый день.